В России вводят новые меры поддержки в связи с коронавирусом. Более 27 миллионов детей попадают в категорию для единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка. Это меры поддержки семей, о которой говорил накануне Владимир Путин. Всего на эти цели направят почти 200 миллиардов рублей. Как оформить выплату, расскажет Зумруд Гамидова. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. Для получения единовременной выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 16 лет не нужно будет собирать справки. Достаточно обратиться с заявлением через портал госуслуги или в пенсионный фонд. Но стоит помнить, что сейчас отделения работают в режиме предварительной записи. При этом Владимир Путин отметил, что никакой бумажной волокиты не будет, а деньги начнут начислять с 1 июня. И хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Также президент предложил в два раза увеличить размер детского пособия до 6750 рублей. Кроме того, все родители, у которых есть ребенок до 3 лет и которые не получают материнский капитал, получат выплату в размере 5000 рублей в месяц за апрель, май и июнь. Родители, которые остались без работы, получат по 3000 рублей за каждого малыша, а семьи, где доход не превышает прожиточного минимума, получат по 33 тысячи рублей сразу. То есть деньги будут получены сразу за полгода. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярную выплату уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Кроме того, по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение 3 месяцев. Далее. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Чтобы не записываться в пенсионный фонд, можно все оформить онлайн через портал госуслуг. Пока специалисты только вводят необходимые функции на сайте, но в ближайшее время они станут доступны. Сейчас можно зарегистрироваться на портале и узнать информацию о других выплатах. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ.